витископ. У нас, в принципе, легионер – это человек, не имеющий права играть за национальную сборную Украины и, соответственно, не имеющий паспорта. Но, допустим, в Англии, если мы говорим о легионере, это люди, прошедшие определенный этап в национальных сборных. То есть это качество легионера. Опять же, мы сегодня говорим. Хотя можно, конечно, взять и сборника Лихтенштейна, который играет за сборную Лихтенштейна. Он будет все время играть в сборную и будет у нас считаться, как в Англии будет считаться легионером. Я считаю, что сегодня за приходом легионеров мы много забыли о том, кого мы готовим. И у нас сегодня нет своих футболистов. Олейников в свое время, который купил «Металлист» за 1 000 000 с копейками, по-моему, долларов, продал в Днепр за 10. Сегодня этот футболист не заявлен нигде вообще. Это наш украинский футболист. То есть поэтому отток легионеров может дать приток украинским футболистам. Если мы их воспитываем, если они есть достаточно грамотные и хорошие. Витископ. Спортивное видео.